Willkommen auf unserem Kanal. Alle Serien und Filme sind in der Originalsprache, Russisch. Um Untertitel auf Deutsch zu aktivieren, folgen Sie bitte den folgenden Schritten. Klicken Sie unten rechts auf Einstellungen. Wählen Sie Untertitel aus. Wählen Sie die gewünschte Sprache aus. Und natürlich vergessen Sie nicht, diesen Kanal zu abonnieren. До свидания. Ну все. Давай-ка. Давай, все. Здравствуйте, Максим Александрович. Здравствуйте. Здравствуйте, Евгения Максимовна. Позвольте вашу сумку. Я не Максимовна. Ну, это мы исправим. И как же ты собираешься это исправлять, дядя? Легко. Офигеть. Нравится? Я что, сказала, что нравится? Не знаю, сказала. Пройдемте со мной. Ваша комната готова, я вам все покажу. Я надеюсь, тебе понравится. Ребят, закончили, да? Подпишите, пожалуйста. Прекрасно. Это подарочек от нашей фирмы. Спасибо. А я все сделал специально в морском стиле. Видел, ты рисуешь морские пейзажи, надеюсь. Да. Это тебе. Спасибо. А что там? А там спальня. А тут что? Гардероб. Вот. Гардероб. Ну да. Ясно, ясно. Что не так? Ладно, вот ванная и туалет. А если тебе понадобится помощь, чтобы разобраться с джакузи, то обращайся к Валентине Сергеевне, она поможет. Вот. Да, там еще одна ванна, но немножечко меньше. Совсем маленькая, да. А ты один живешь? Зачем тебе столько комнат? Ну, уже не один. Смотри, какая стена, подойти страшно. А ты стреляешь из этого? Нет, это подарки. А, я подарки. Открою. Да. Ясно, ясно. Зачем тебе столько барахла? О, ну, хоть что-то нормальное. Ваза. Малыш, ау, привет. А это кто? Знакомьтесь, Евгения Максимовна, моя дочь.
Что? А это тетя Тамара. Жень. Женя. А я Дима. Дядя Дима. Дядя Дима. Дядя Дима, хорошо. Давай поставим вазу на место. Так будет красивее. Да ничего так. А зачем ваза без цветов? Ну, милая, она очень дорогая и не для этого. А для чего? Ну... Ага, интересно же, для чего же вазы? А, слушай, я потом все объясню, сам только что узнал. Вон люди живут. Ни одной рубашки, а у тебя их в гардеробе 100. 100 рубашек. Куча мертвых вещей. О, рыбки. Живые? Хоть что-то живое. Пианино. Играешь? Нет. А кто-нибудь на нем когда-нибудь играл? А ты знаешь, наверное, нет. Ясно, ясно. Живешь припеваючи. Максим, я все понимаю. Главное, что твоя Женечка теперь с нами. Женечка, а давай, знаешь что? Может быть, мы куда-нибудь сходим? На аттракционы. Я куплю сладкую вату. Или, может быть, цирк там, мороженое. Тетя, мне уже как бы почти 16. Но это так, для информации. Том. Ну, хорошо, мы придумаем что-то повзрослее. Так, давай я тебе кабинет пока покажу. А, вот, прямо и направо. Нравится? А там что? Здесь еще один балкон. Ты че? Какой это этаж? 11-й. 11-й. Жень, спишь? Нет. Это на карманные расходы и ключи. Пин-код и код от сигнализации, год твоего рождения. Спокойной ночи. Жень, сядь назад. Я уже взрослая. Ну, тогда пристегнись. Сам пристегнись. Я пристегиваюсь. Ну, ладно. Жень, ты извини, я каждое утро тебя в школу возить не смогу, но не волнуйся, у тебя завтра уже будет личный водитель. Ты миллионер? Ну, смотря в какой валюте. А, смешно. А вот этот дом купить сможешь? Да, смогу. Но я не люблю честные дома. А вон тот? Это тоже не смогу. Видишь, значит, ты не такой богатенький, как себя строишь. Зачем выпендриваешься? Я не выпендриваюсь, просто нужно соответствовать. Чему? Бог его знает, Жень, всему. Очень интересно, ты хочешь соответствовать чему-то, чему не знаешь сам.
Логика... Жень, это... Это город, большой город. Здесь свои законы. В общем, ты привыкнешь, не волнуйся. Надеюсь, что нет. Я просто не понимаю, зачем тебе это все? Зачем покупать столько ненужных вещей и тратить деньги на эту обувь, машины, квартиры, 100 ванн? Тебе это все надо? Посудомоечная машина, домохозяйка. Ты еще посуду сам помыть не можешь? Можно все, но... Это имидж. Я же говорил, нужно соответствовать. Нарядненько. Доброе утро, Максим Александрович. Ну что, это твоя новая школа. Ну, пойдем. Ну что, центр города, набережная, территория подшипникового завода. Решено его пустить под снос. Наконец-то это убожество снесут. Вопрос не в том, что это снесут. Вопрос, кто это будет сносить, как и кто затем впоследствии на этой территории будет там застраивать все. Мэрия приняла решение на месте бывшего завода построить центр офисных элитных сооружений с небоскребом в центре, также с мостом, ну и с городком вспомогательных сооружений вокруг. Но это же целый микрорайон. Да вот именно, Максим Александрович. Представить, так сказать, вариант проекта в первую очередь предоставят нам. Да, без серьезных конкурентов. Я не буду углубляться в то, сколько мне это стоило, конечно. Я имею в виду седых волос, но, в общем-то, вы понимаете, о чем я говорю. Но это самая крупная застройка в центре за последние 20 лет. Да! С небоскребом, с мостом, да это же мечта! Этот проект важен во всех смыслах. Это и деньги. Это и слава, и самое главное, это фантастический взгляд в будущее. Я до сих пор не могу поверить в это все. Да, безусловно, это заказ экстра-класса, но... Да, государство теперь деньги не выбрасывает на ветер. Это не просто серьезно. На карту поставлена большая сумма денег, но не это главное. Еще и моя репутация со всеми вытекающими, так что проверочная комиссия будет соответствующая. Будет даже сам... Главный архитектор города. Ну что ж, отлично. Ой. Привет, моя хорошая, привет. Ты как?
как дела? Виктория Игоревна, ужасные дела. Так, прекращай, Жень. Ты чего? Что случилось? Да ужасно все, заберите меня отсюда. Женечка, нужно потерпеть. Слушай, я понимаю, что тебе сейчас трудно, но ты должна как-то научиться преодолевать трудности. И преодолевать их достойно. Не создавать никому сложностей. И помни, что я тебе всегда говорила. Надо работать над собой. И как можно больше учиться и заниматься. Виктория Игоревна, да вы не понимаете. Что я не понимаю? Я все понимаю. Это ты не понимаешь. Максим Александрович твой самый родной человек. Самый-самый. Он твой отец. И он тебя любит. Да, с чего вы взяли, что он меня любит? Знаю, Жень. Как тебе объяснить? Я в своем возрасте осталась вообще одна. Одна, без родителей. Я знаю, как это трудно. И не хочу, чтобы ты знала, что это такое. Ты не представляешь, как важно, чтобы кто-то тебя любил просто так, ни за что. Понимаешь? И семья — это единственное, ради чего стоит жить. Послушай, тебе нужно собраться и попробовать как-то наладить отношения. Не так критично, что ли, к нему относиться. Договорились? Я за вами соскучилась. А я, знаешь, как соскучилась? Мне так скучно без тебя, это кошмар. Жень, пока. Пока, звони, звони, пока. Господи. Ох уж это Женя. Алло, да, привет. Привет, красотка. Ну, как дела в столицах? Фигово. Ну, как тут еще может быть? Спокойно, детка, не жми на слезу. Скоро увидимся. Когда? Подожди, ты что, приедешь? Сюрприз, детка, сюрприз. Алло? Скинул. Ромка приедет. Ух ты! Как у вас хорошо получается. Главное, ловко и быстро. Ну так, главное, чтобы руки из того места росли. Тогда все получится. А почему вы раздеты? Ну так, жарко, упарился. Я на улице тогда накрою. Сейчас чай принесу. А почему не в доме? Так вам же жарко. Да. Добрый день. А Иван Петрович у себя? Да, да. Я же сказала вам, что мы не можем себе этого позволить. Да, извините. Ну что, когда? Что когда? Колечко куплено, на пальчик Тамаре, свадьба, дети, все дела, или ты забыл? Да я ничего не забыл, просто сейчас дел куча, и уже не проблем полно. Порешаю все и буду о свадьбе думать, а ты особо не трепись. О, отлично, директор школы. Да, Марина Олеговна, как у вас? Максим Александрович ждет нас всей командой в офисе. Давайте, прекрасно, допивайте. Да, я вас слушаю, я не поеду. Ребят, как? Давайте сами, до встречи. В смысле? Да, эй! Да, я слушаю. Он вообще с ума сошел. У нас проект, а он с доченькой своей, деревенской. Жениться он на мне не собирается, я так понимаю. Не до этого. А есть варианты? Пора брать быка за рога. Вот.
Посмотрите. Это работа Евгении по изобразительному искусству. Я, конечно, понимаю, этот предмет не профильный, но у нас элитная школа, элитный лицей. И мы занимаемся всесторонним образованием детей. А вообще-то следовало бы изобразить вот это. А, понятно. Жень, а почему ты нарисовала вот это? Потому что так увидела. Я понимаю. Простите, но ведь Женя художник, она так видит. Я не вижу в этом проблему. Проблема? Еще раз повторяю. Максим Александрович, в нашей школе предусмотрены очень высокие стандарты обучения. Но вы же сами подписывали документы. Вы же читали устав. Да, программа сложная, но она утверждена попечительским советом, в который, между прочим, вы тоже входите. Максим Александрович, с недавнего времени. Прекрасно. А давайте мы вот поступим так. Как? С вашего позволения, мы это забираем. Вот эту мерзость? Конечно, пожалуйста. Мерзость? Жень, картину. Вы знаете что? Вы должны объяснить вашей дочери, что такое рамки приличия. Обязательно объясню. Если дело только в этом, мы с вашего позволения... Нет, дело не только в этом. Евгения, вы не могли бы нас покинуть ненадолго? Спасибо. А еще ваша дочь катастрофически отстает по многим предметам. Вы, как отец, обязаны принять я меры. Сейчас. Жень. Ну и что тебе эта выдра втирала? Так, во-первых, она не выдра, а во-вторых, ты отстаешь по многим предметам. Я? Ты. Да нифига. Тут тюрьма настоящая. То нельзя, это нельзя. А если что-то вякнешь, сразу выстрел в голову. Все же, давай как-то ближе к делу. Да понимаю я все. Ну просто... Смотри, пример. Ну? История. Война в Испании. Они говорят, что американцы туда даже не совались. Ну? А я им говорю, вы прикалываетесь, как это не совались? Там же целые бригады американцев воевали против фашистов. А они рот закрой, иди к директору. Как это понимать? Подожди, а откуда ты об Испании знаешь? У Хемингуэя прошла. А ты читаешь Хемингуэя? А ты нет? Нет, ну я-то понятно. А, ну... Ну вот, просекаешь. Нет, ну, он пришел к реке, река была на месте, это офигенно. Да. Будьте добры, пересядьте на скамейку. Встаем, встаем. Ты видишь? Да, простите, ну вот, мы посекаешь? Сейчас пересядем. Я же об этом и говорила. Вот. Понимаешь, здесь нереально заниматься тем, что тебе действительно нравится. Куча требований, заданий. А зачем? Спрошу кого-то, они скажут, так но... надо, так надо. По каким-то правилам все надо делать дебильным. Жень, правила – это не всегда плохо. Меня дома учили по-другому. Виктория Игоревна и Ирина Ивановна. Они меня учили чему-то интересному, тому, что действительно нужно. А здесь? Это, мол, не по программе. А одноклассники? Только посмотри на них. Все такие крутые, офигенные. Смотрят на меня свысока, как будто от меня тараканами воняет. Жень. А если что-то сделаешь, сразу к учителям, к директорам и понеслась. Хоть повеситься. Дома мне было лучше. Почему ты меня в обычную школу не отдал? Жень, я думал, что... Ладно, это школа. Всего лишь школа. Что-нибудь придумай. Окей. Ребята, а вот это вот кто рисовал? Вот эту вот.
Или вот эту? Ребята, на выход. Давайте, идите. Вы охренели? Две недели на что? Максим, успокойся. Давайте сделаем перерыв. Какой перерыв? Вы этих... Дима, куда ты смотрел? Куда ты смотрел? Я разберу. Дима, надо было две недели назад разбираться. Дим, чтоб сюда никто не ногой, ясно? Как? И время потеряли. И... Все хорошо, все нормально. Да где хорошо, ты это видел? И ну иди ко мне. Том, ты в своем уме? Ну все, тише, тише. Куда? Ну успокойся. Том, ты что за... Ну иди сюда. Ты там... Вот так. Я так устала. Вот так. Видишь, как хорошо. Самое смешное, что у самого ничего не получается. Пытаюсь рисовать, а бумага краснеет. Ну, не начинай. Ну, что я? На ребят наорала сам. Так что на самом деле, дочка? Дочка. Она просто ведет себя так, как будто бы я для нее никто. Ну, а конкретнее? Ну что конкретнее? Том, ну только... Да я Сережку. Что именно? Не учится. В смысле, не совсем не учится, просто у нее по 7 предметам провалы. А конкретно по каким? Да какая разница, там математика, химия, еще там целый список. Просто если так, да, ну, дальше пойдет, то ее к экзаменам не допустят. Ну, на второй же год не оставит. Ну, в том-то и дело, что оставит. А у себя она лучшей была, а я ее привез и сделал неизвестно кем. Так, все, утерли сопли. Где список предметов, по которым она отстает? В телефоне. Ну все, отправишь мне СМС, и все будет хорошо. Ну мы все приведем в порядок. Все будет ровно, и в жизни все будет ровно, и с проектом все будет ровно. Просто положись на меня. Я тебя люблю. Евгения Максимовна, позвольте вашу верхнюю одежду. Женечка, золотце, ну проходи, проходи, тебе понравится, как я навела здесь порядок. Потому что истинная леди должна жить, как истинная леди. Ты со мной согласна? И это правильный ответ. Да-да, рисовать ты будешь здесь, потому что я постелил в твоей комнате дракущее ковровое покрытие. Твоему отцу оно стоило просто целое состояние. И на этой двери временный таймер. В 7 дверь открывается, в 9 закрывается. И ты можешь творить здесь вообще все, что хочешь, 2 часа. Я думаю, 2 часа для рисования – это даже много, правда? Дядя! 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 Ты чё орёшь? Чё ору? Там она... Там это твоя... Малыш, а мы уже начали. Я понял. Так, Жень, слушай, Тома... Тамара Николаевна все делает в твоих интересах. Так что, пожалуйста, слушайся ее. Она плохого не пожелает. Давай. В смысле? В прямом, Жень, давай. Женечка, тебя ждет еще очень много сюрпризов. Угу. Поверь, это еще не все. Я сейчас тебя познакомлю с твоими дополнительными преподавателями. Угу. Заходите. Вот это Петр Васильевич Гордин. Он поможет тебе потянуться по математике каждый день после уроков математика. Разве это не прекрасно? Прекрасно. Заходите. Каждый день? Нет, ну что ты, только по будням, а в выходные верховая езда, хореография. Тебе много чего понравится. Это Наталья Сергеевна Мушина. А она... поможет тебе в истории и географии. Заходите. Александр Дмитриевич Дорин. Да, иностранные языки. Он профессор. Также профессор Иван Васильевич Алифер.
Химия и физика. И, конечно же, моя дорогая госпожа Вельдман, она научит тебя абсолютно всему, что должна знать юная леди, правда? Женя. Женя, вы что, надо мной издеваетесь? Женечка, ты мне еще спасибо скажешь. Ах, Старас. Доброе утро, Евгения Максимовна. Доброе утро, Максим Александрович. Доброе утро. Готово. Слава тебе, Господи. Привет! Здравствуйте. Виктория Привет. Игоревна, я так больше не могу. Да она меня сосвету живет. Я уже не помню, когда я последний раз рисовала. Жень, пожалуйста, успокойся. Да о каком спокойствии может идти речь? Я что, железная? Я так больше не могу. Так, послушай меня. Миллионы детей мечтают оказаться на твоем месте. Ну, правда. У тебя куча педагогов разных, по разным предметам, которые обучают тебя всему интересному, и хореографии, и манерам хорошим. Что тебе не нравится? Вы с ними заодно, да? Просто это змея, она на самом деле врет всем. Жень. Что, Жень? Перестань. Все. При чем тут это? Живите сами. Жень! Я вам всем еще покажу. Ага, вот увидите у меня. Узнаете. Манеры узнаете. Все узнаете. А я вам здесь, после крыши, еще кое-что сделал. Да, спасибо. Комфорт, так сказать? Да.
Стоять. На место, пожалуйста, приклей. Ну, Макс, это не картина, это какой-то диагноз, если честно. Так, талант – это уже диагноз. Сколько ты за нее заплатил? 1200. Это Женя нарисовала. Ну, тогда, конечно. Посмотрим, что она тебе еще нарисует. Да, посмотрим. С ума сойти. Ну нет, я этого так не оставлю. Пугает другое. Пробралась ночью в школу. Ну, других вариантов я не вижу. И нарисовала вот этот кошмар. Садись. Ну, охранник своя еще получит. Но вы согласитесь, ведь это же кошмар. Жень, зачем ты это сделала? Захотелось. Жень, зачем ты это сделала? Захотелось. Прекрасно, я понимаю, что ты тут девочка у нас особенная, но здесь кроме тебя учатся еще хорошие воспитанные дети. А, значит, я, по-твоему, пещерный человек, да? Нет. А вот мне кажется, что да. Да кто тебе право давал так со мной разговаривать? Бог, я твой папа. Офигеть. Евгения. Женя. Офигеть! Замолчи. Без проблем. Простите, я сейчас на секунду. Жень! Рома! Привет, привет, малая, привет. Привет! Слушай, шикарно выглядишь вообще. Да? Прости, что опоздала. Ой, бежим! Куда? Бежим, 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 бежим. Мы что, прячемся от кого-то, что ли? Привет. Ну, привет. Ух ты! Ого! Что? Что за мобила? А, нравится? Ну, конечно. Дарю. Серьезно? Да. Офигеть. Ну что, поехали? Куда? Ну как куда? Домой. А у меня денег много есть. Ага. Деньги? Деньги – это хорошо. Только домой-то куда? Обратно в деревню? Ну да, куда же еще? Малая, но есть ведь места и поинтереснее, понимаешь? Сколько денег-то? Много. Крутяк, ну теперь мы просто короли, да? Женя! Ой! Бежим, бежим, бежим. Давай, давай, давай. Гражданка, диктуйте фамилию пропавшей внятней. Поверенного. Поверенного. Имя? Евгения. Отчество? Максимовна. Хорошо. Да. Записал. Да, спасибо. Да-да, сейчас. Да. Здравствуйте, Виктория Игоревна. Это папа Жени. Простите, что беспокою, она просто сбежала. Я думал, может, вы знаете... Что? Ну, Женя убежала из дома. Вы ее обидели? Нет, она сама просто... Там была, конечно, ситуация, когда я мог ее обидеть, но... Послушайте, я знаю, что у вас есть на нее определенные... рычаги влияния, и если вам не сложно, когда она... Я вас поняла. Как только Женя мне позвонит, я сразу дам вам об этом знать. Вы это имели в виду? Да, конечно, спасибо. Вы не волнуйтесь, пожалуйста. Женя умная девочка, она не даст себя в обиду. Все будет хорошо. Да, и еще раз спасибо. Не за что. Так. Женя, 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 Женя. Зарис, нажали сотни звезд.
к нашему абоненту. Напиши. Поезжай домой, детка. Ром! Поезжай домой прямо сейчас и не спорь. Послушай, нам выпал такой шанс. Я скоро свое дело открою, понимаешь? Свой бизнес. Купим квартиру, заживем. А почему не сейчас, а? Слушай, ну, чтоб свое дело открыть, сама понимаешь, деньги нужны. Можно было бы у твоего отца выделить. Ну, так это же не вариант, да? Так что... месяца два и... Ладно, не надо ждать два месяца. Буду деньги. Все не просто так, снаружи и внутри живет теперь чистота. Мой день, если захочу, чистого листа. Женя, ты в своем уме? Ты понимаешь, как ты меня напугала?